Вот. И, извините, Show Your Souls, помогите найти моего батю, пожалуйста. Да, если мне поможете, дядя, я дам вам аптечку. Да твой батя, наверное, уже в гробу валяется. Да в смысле, ты так такой ребенка говорит. А че ребенок в таком здании забыл? Блин, да вот батя привел на работу, знаешь. Вы моего батю видели? Не, я не знаю. У меня есть пистолет. У меня есть пистолет, я тебе могу отправить. Чего ребенку угрожаешь? Зачем ты ребенку угрожаешь? Что вообще за уроды тут работают моральные? О, здрасте, вы моего батю видели? Нет, тихо, всех сине, пожалуйста, всех сине. Давай, тебя это тоже касается. Да я ж мелкий совсем. Что я тебе сделаю-то, блядь? Выкинь карту. Че, тебе кулаками забьют? Ну помогите батю найти, ну я ж вообще безобидный. Че я вообще могу сделать? Вот насколько я опасный, сами подумайте. Хватит шутить надо мной, я батя ищу, не могу. О, батя рассказывал про эти ваши ДЦП непонятные. И чё он рассказывал? Что тут гондоны? Работает у вас, понимаете? Уборщиком. Взрослый дядя поможет. А, уборщика найти? Да, я пытаюсь его найти, не могу никак найти. Так это уборщик, вот твой батя, стой, вот твой батя, вот тут уборщик. Да это урод какой-то, блин. Ты страшный будак. Развяжите ребенка. Дайте мне кто-нибудь руку, я ж потеряюсь. Стой на месте, дайте руку. Дай руку, я потеряюсь. Все, не трогайте ребенка. Мешок, я за тобой. Окей, хорошо. Веди меня. Да я всех вас сейчас проверю. Нас уже проверили 3 раза. Последние конфеты отняли. Дай чупа-чупс, дядя. О, ёб твою мать! Ребенок, за мной! Спасайте детей, в первую очередь что, детей! Блин, бежим! Мудак, детей спасай, ты нахера закрываешь дверь? Мешок, ты живой? Да, я же еще дай живой! Дай руку! РПДС взял за руки... Все, пойдем, побежали! Я карточка! Я точно не пойду. Ты поиграй пока карточкой. Все, я карточкой буду играть. Это карточка в детском мире. Там кто-то плачет. Не открыть не могу, открой. Ой, блядь! Там странь какая-то! Я тут свою карточку нашел, прикинь? Давай с зелеными договоримся. Я ребенок, понимаешь? Они как бы меня не трогают. Бежим от этого чучела страшного. Спасите! А вот. Блядь! Ёб твою мать! Не трогай пиздюка! Загрызли мелкого! Идите, не ходите туда, там охрана, там охрана. Почему? О, охрана, она ж спасет нас, да! Да, давай! Я всем расскажу, что тут еще ДЭшники! Их тоже нужно спасти, правильно, ребята? А хотите тоже стать мелким или наоборот большим на наших серверах? Легко, просто поддержите проект и возьмите на сайте изменения размера. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Откройте, пожалуйста. Баш! Здрасте, ой! Чё происходит? Чё за разборки? Ебать, вы ебанулись что ли? Что за... О, господи. Боже мой, я сдаюсь! Не ебашьте, пацана! Опа! Приятно! Лицо в жене быстро! Да, я мелкий, я вообще ж безобидный! Детей тоже пиздим, не важно. Да ну не надо! Я и так согласен. Связывай болвана второго. Они, короче, пришли, начали шмалять. Очень интересное существо. Кто это вас вещает? Что это за новостной канал? Блин, а какую малышку такую святали, такой красивый? Ты чё, педофил? Мы тут таких не любим. Дядя Фокин. Кажется, вот этот Д-класс, он педофил. А, тогда я вас оставлю наедине. Не-не-не-не, ох, ёп! Дядя, подсвети, пожалуйста, ни хера не вижу. Дядя, скажи нам, мы умрем? Возможно. Так. Великий дядя Донбасса, осторожен. Ёп твою мать! Господи, боже мой, идиоты! Дети Донбасса, я вас вот шатал просто, стоять. Это что за хуйня происходит? Сними лицом. Да у меня нихуя нет. Слушай, если бы я хотел бы тебя убить, во-первых, я бы сам на тебя сейчас напал вместе с этим чуком, во-вторых, я даже оружие держать в руках не могу, оно слишком тяжелое. Ну развяжи, блин, захоти бы карты. Ой, пизда, ну развяжи. Дядь, пиздец, развяжи. Да развязал. Все, спасибо. Я ни хрена не вижу. Так. Я сразу возьму как бы это.
таблетки. Для детей полезно, говорят. Ну все, я загрузился. Я буду светить смертельными лучами. Я буду представлять, что это лазер. Пиу-пиу-пиу. Ёб твою мать! Ну ты придурок, ни хрена не видно, пиздюка погубил. Донеси. Бля, я вернулся на то место, где был. Пиздюка, подождите, мне ноги маленькие. Коротенькие лапки. Давай быстрее. Да я пытаюсь. А почему вы просто не можете застрелить вот этих тварей? У вас же пулемет, автомат. Они неубиваемые. Так нахрена вам оружие это, блядь? Да я не знаю, вас убивать. Ну спасибо. О, боже мой! Я подожду, пока вы тут порешаете все. Вы между его? Собой. Я как бы ребенок, меня нет. Пароль Дутя. Пароль принят. Спасибо. Ой-ой-ой. А ты говорил, что они по тебе стрелять не будут, ага. Ну я ставлю на нашего дядю, короче, он типа вообще мощный. О, нет. Ёб твою мать! Не-не-не-не-не. Все, дед пиздец. Ты так видишь, жопу закрываешь, да? Я сдаюсь, мелкого, не стреляйте, не стреляйте! О! Беги, Дашка! Вы норм, да? Все, спасибо. Ой, бля, там сзади. А, все, я добежал. На этом все. Ёб твою мать! Блять, куда? Кто ребенка, блять, сюда пустил? Я даже стрелять не умею, вы чё? Я, блин, военкомат прихожу, говорю, да я мелкий, мне 14 лет, куда вы меня, блять, тащите? Они такие, не, нормально, пойдешь, блять, воевать. Ой, там война идет. Командир. Командир, война идет, твою мать! О нет! Ёб твою мать! Ёбаный рот! Просто пиздец! Ёб твою мать, там вообще серый! Ой, блядь! Бежим! Не оборачивайся! Быстро! Всё, почему? Ебать, нахуй хоррор! Здесь валяется, здесь очень много всяких разных подарков. Ваша задача их собрать и принести ко мне в комнату ГР-18. И потом я буду говорить, какие подарки хорошие, какие плохие, потому что здесь помимо подарков и мусор валяется. Обратно консервных всем банок понятно. Насобирал. Я маленький, я сразу подарки вижу, в отличие от вас. Мне даже не нужно на низ заглядывать. Да, только если тебя педофил найдет будет. Ой, ну ладно, я думаю, тут таких нет у нас. Сера, блядь, у меня есть кое-что для тебя. Фу, это что было, дурак? Осуждать. Это уголь был. Нахуя ты мне уголь дал? Иди, бля, работай на шахте. Нет, ты слишком маленький для этой хуйни. Дядя, я добраться не могу, достань там, наверное, что-то важное. Ща, давай, это, иди, залазь сюда. Я не могу, вот вы достаньте. Что-то я его открыть не могу, все. Вы, блядь, бесполезные просто. Вы большие, но бесполезные. Такой смелый бегает. А знаешь, почему я, сука, смелый, а? Давай. У меня есть граната. Ой, а у меня ствол, блядь. Моя граната может убить сразу пятерых. В порядке живой очереди, без маски, без перчаток, не заходить, больно будет. Я у Деда Мороза подарки. Ну ты ублюдок, ну за что вы деда обижаете? Вот, я за тобой. Я за тобой занимал. Я занял. Блять, чуть не зашибили дверью, придурки. Здрасте, я следующий. Здравствуй. Я вам принес очень много классных вещей. Что ты, что у тебя есть, Двиня? Есть кока-кола, за что мне будет? Что мне за это будет? Пожалуйста. Все, я посылю на товар. Окей, давай. У тебя Большая Невского. Александра Невского, героя России, блядь, спасителя. Который, блядь, уже сдох, как пенсионер. Блин, у тебя за старание на самом деле, я даже... потому что аптечка рослась, да. Да, бейте, насмехайтесь. Нет, всё, блядь, да дай мне еще раз деда пасть. Ну ты насрал, конечно, дай мне еще раз деда пасть. Как из тебя такая вылезла, блядь? Нахуя, блядь, деда спиваешь? Он сейчас вторую рюмку выпьет же, пиздец. Дед, не пей, блядь. Ну давай, пока. А он как будто ничего не замечает. Кидаться, говно.
Дайте мне, дайте мне, дайте мне. Тотик, тотик. А, на. Че деду прям в голову засажу. Тотик. Блять. Ты ученый. Нет, я пошутил, я не хотел. Дядя Пряник, у нас проблема. Тут стекла нет. Тут стекла нет. Нам стекла не было. Подожди, подожди, у меня там камень остался. Вот так сейчас закроем, все. Нормально. Стоять. Что ты тут делаешь? Ты ж три годика. Это... Блядь, не сработало, да? Бывает. Я сдаюсь себе мелкий. С донного мешка достану кое-что. Ой, что ты достанешь со своего мешка? Понятно. Что это за скорострельность, блядь? Дед, что за хуёвая винтовка, блядь, ты ебать? А, лошара. Достать меня не можешь, да? Я тут до смерти сидеть буду. Дамся, теперь ваша задача только убежать. Смерть, тут 45 FPS. Бежим, 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 бежим. Бежим! А ты чё такой быстрый? Я на спидах. Нет, я слишком жирный. Давай тебя на ручки возьму, давай тебя на ручки. Бери на ручки, давай. Я тебя взял на ручки. Всё, бежим. Дедушка, на ручках. Деда быстрее. Да дед старый, что ты не подгоняешь? Да кому ты, 60 лет только начало жизни? Нет! Что ты шмаляешь? Ты не надо шмалять. Все, нам... Дед, все, все, мы умерли. Мы спим. Дед, да, прощай, все. Дед, пока, да, пока, дед. Пора. Все, ты дед, пока. Дед, нет, мы еще поживем, да? Да же музыка напряженная играет. Да все хорошо. Я уже сел, все. Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.